Катюша! Ну, может, заскучилась? Вот был второй плюсик. Откровение ему завтра сделают. Ну, что там, как обстановка? Привет. Привет. Ну, что там? Там бимама уже? Все. Так, поднимаемся по деревянной лестнице. Собственно, в студию, где у нас будут съемки. Привет, блогеры! Да. Все красиво. А, конечно. Красивая, в обновочках. Молодцы. Молодцы. Мои супчики. Это Надю, она не выравнивает. Ну, перестаньте, пожалуйста. Как у человека могут вообще на голове вырасти такие замечательные? Ого, это наша еда. Смотрите, сколько у нас еды. Это я приготовила. Я половину отрезала. Меня стоя стригли. А говорю, почему стоя? Потому что, говорит, я лягу, если тебя будут стричь. Ну, половину я отпонятовала. Катя, ты, конечно... Ладно, можно я чуть-чуть? Вообще модельных да, параметров ты, уже. Наверное, Катя, будешь ты меня это чесать. Ну, конечно, хорошо. За кулиси. Смотрите, тут даже в туалете висят фотографии, картины. Тебя камера снимает. Творческая обстановка. Камера там снимает. Не, если не мужики, то камеры заходят. Выйдите, пожалуйста. Камера в туалете? Да. Это как-то очень... это тебя мотивирует ходить в туалет красиво. Даже там выглядит вот хорошо. Так. Элегантно садиться. Лариса чесала меня и убежала. Ну, нормально вообще. Кстати, для моих новых подписчиков спрашивали, кто такая Би-мама. Вот она собственной персоной. Хорошо. Это кума моя. Она крестила Алиску. Крестная мама Алисы, актриса. У нее есть свой канал. Я вам оставляю на него ссылочку в описании. Спасибо. Внизу. Вот, и так что знакомьтесь. Это Лена. Она живет в Киеве, поэтому мы редко видимся. Ну, вот сейчас, на следующей неделе будем видеться чаще. Да, они приедут к нам, ну это потом. Это пока мы спойлерим, как всегда. Привет. Кто к нам прислал? Кто нас нашел? Инспекция пришла. Нашла нас, да, Зоя? Нашла маму. Но она там с ионизацией, то есть она волосы улучшает, делает их блестящими, лучше расчесывает. Ребенок поспал? Да. Очень заметно, что ребенок выспался. Бегает. Смотрите, какая огромная эта студия, где все будет происходить. И вот, собственно говоря, наверное, на этом белом фоне мы будем делать съемки. Все такое белое, я в шоке просто. Не, я их еще не надела. Я еще пока в носках. Ну, уберем музыку, когда будем снимать. Иду обувать кроссовки. Ку-ку! Эй, ты зайка. Алиса нашла медведя. И не отпускает его теперь. Куда ты, лисенок? Иди сюда. Не уходи никуда. Мишка, ух ты! Подиум. Ух тышка. Лариса зажгла зеркало. Что? Что? Смотрите, что нашел Серега. Ничего себе. А ну давай щелкни. Класс. Так, ну что, когда мы там все начнем? Уже как бы надо... А, Виктория сейчас придет. Ждем Вику. Костя пошел ее встречать. И, наверное, будем начинать. Да, Рус, я не люблю. Тяжело быть в мире моделей, в мире чужих лопаток. Посмотри, Надя. Как ребенка в мире. Ребенка в мире чужих поп. Привет. Привет. Вот и наши девчонки. Вы Виктория и Мэрилайн. Маша. Наконец-то. Все, все в сборе. Сейчас будем сниматься. Переобуваемся? Да. Вроде подходим. Мне Настя помогает спрятать мои прыщи. Не сильно по глазам не надо. Нет, мне оно некрасиво так будет. Ты его размажешь. Наверное.
Я тебе говорю, когда... Маня, не закрывай, пожалуйста, глаза. Ты слышишь меня? Да я боюсь. Не бойся, я не ткну. Вытяжала. Она просто универсал, понимаешь? Ну, может быть, тебе идущий. Человек. И этим визажистом. Всех красит, всех расчесывает этой чудо-расческой. Уже ее забрали. Она когда-то мечтала быть визажистом. Да? Мечты сбываются. Точно. Я нормально, я... Сейчас мы подглянем. Тут, оказывается, есть смешки. Да. Цветом вещи покидываем. Да ладно, хоть там даже. А есть обычное расчет? 17-летнее наказание. Слушай, а ей же можно как обычно, если не включать? Да, да. Две минуты, я готова. Я тут увидела такую опупенную картину. Она нарисована так, как будто реально сияет просто. Вот. Ниже темнота, а шляпа сияет. Что надо так нарисовать было. Настя начинает волноваться. Мандраж предсъемочный. Ну, у нее, конечно, самая тяжелая роль ведущей быть. Мы там шот отыграли и ушли дальше. А она ведущая. А потому что мы не знаем, что куда ставить. Влада ждем. Вон он идет уже, кстати. Вон. С другом со своим... Он тоже будет участвовать. Там у меня планшет есть. И вообще, будь собой, говори все своими словами. То тебе написали, чтобы ты не запуталась, что зачем. За кадром будешь стоять, ты такая, стоп, ты не так все сказала. Так и будет. Так и будет. Елена, так большую. Да, да, да. Так и будет, Настя. Тебе не кажется. Тебе не кажется. Вот это вот не надо делать. Да не, на самом деле уверена, что она справится. Ну что там, это же легко. Да, интересно. Все, опять на руки хочешь? Дотик. Круто. Ну что, уже перетащили диваны. Смотрите, уже наша локация начинает прорисовываться понемножечку. Сейчас они вставляют батарейки в петлички, те, которые я купила. И мы уже, в общем-то, на час задержались. Уже час дня, мы планировали в 12 начать. Я уже переживаю, как мы все успеем. Могли уже и снять, да. Он говорит, идите пока репетируйте. Ну, садитесь, там ты можешь начинать говорить, чтобы по 10 раз дубли не переснимать. Так а смысл репетировать? Что там репетировать? Мне кажется, чем больше ты будешь говорить, тем хуже оно будет получаться. С первого раза всегда лучше выходит. Скажи. Мне кажется, нечего там репетировать. Пошли, мы с Катей сейчас закидаем бумажечки в вазочки. Что там случилось? Алисонька, что такое? Чего? Чего маленькое? А сейчас Костя принесет все в машине. О, класс, чувак, и все на мне. Внимание, смертельный номер. Барабанная дробь. Прольется ли водичка на Сережу? Вот в чем вопрос. В YouTube есть много прикольных видео, когда на море папа садит голенького малыша вот так себе на спинку, а потом поворачивается спинкой и очень некрасивый идет дальше. Мы же ей свитер не надели. Вот здесь ее одежда, в рюкзаке, да. В общем, Костя с Алисой собирается на улицу, чтобы она не шумела. А я где-то брала рукавички. Да. Что вы делаете? Это было вот так. Прикольная штучка, слушайте. Это как типа планшетик маленький рядом с фотоаппаратом, да? Угу. И сразу видно, какая будет картинка. Тут будет классно? Не знаю, но уже как-то тут пустовато, да? Ну пусть оператор сам знает, как лучше, пускай. Тут прямой эфир у нас идет. Конечно же, я думаю, так, Катя уже располагается, мы пошли примеряться, как мы будем в кадре выглядеть. Тут что-то дуреют, не пойму, что Надя с Сережей делает. Увидим у Нади на канале, я так и не поняла. Не получилось. Так, ну что, команда наших противников, мне уже захотелось выиграть, а тебе? Конечно, мы выиграем, нет. Мы в первой игре играем, видите, вот это все будут наши зрители, а мы вот играем... Катя с Машей против меня и Вики. Ну да, как мы в кадре будем выглядеть. Мы решили немного все сдвинуть, потому что когда Настя стоит близко к стенке, большая тень сзади. А покажи, Настя, можешь 4 шага назад сделать? Да, покажи эту тень. Нет, все, тень пошла. Вон она, эта тень, да. Давай, вставай, вперед, вперед еще. Еще. К самому столику. Вот так будем сниматься. И диваны сейчас подвинем. Так, это нам подсказала Бимама сделать. Смотри на этой фигне. Настя красивая такая, посмотри. Давай. Красивая. Я никогда не пробовала с петличкой. Ты пробовала, Вик? Да.
Нет, я не так никогда. Тоже первый раз. Так, сюда. Говорят, раздевайтесь. И куда? Из-за уха? Фух. Все ожидают, ожидают. Слушайте, а как вы думаете, вот вообще, если как зрители будет что-то смешное, зрители будут смеяться? Прикольно это будет? Ну, думаю, что мы же зрительный зал, у нас почти 20... Ну, я же говорю, зрительный зал. Было очень странно, что мы тут давились бы смехом, и пытались бы произнести звук, как будто нас... Ну да. Как было не готово. Сейчас у нас будет сниматься шапочка. А. Я не знаю, скорее всего, белый будет. Просто. Разная прикольная надпись. Как называется наше шоу? Что? У него будет только видно волосы и джинсы. Ну, прекрасно. Пошел пятый час. Да. Что здесь происходит? Знаете, что здесь происходит? Здесь происходит съемка. Все есть? В общем, очень тяжелый день. Все совсем не так, как мы представляли. И мы еще вообще не отсняли, можно сказать, ни одной игры. А уже день заканчивается, уже освещения здесь не хватает для съемок. Чем капец. Смотрите, как оно у нас все происходит. Вот сидят наши команды. Одна камера берет мужчин, вторая женщин и третья общий план. Так, готовы, да? Да. Вы готовы, дети? Да, капитан. Спанч Боб, Сквепен. Сегодня у нас соревнуются команда парней, Сережа и Костя, и команда девушек, Настя и Лариса. Это была репетиция. Команда, которая победила в финале. Вы готовы? Да! Начинаем. Все нормально? Нормально. Только теперь на камеру тоже так сделайте. Я снимала. Я сейчас на это все смотрю. Смотрю на это все и думаю, это Катя хотела стать актрисой. Ты думаешь, Катя твоя вот так хотела стать актрисой? Не, я не думаю, я просто думаю, что Настя сейчас как будто бы актриса. Настя сейчас ведущая. Мы тут с Кумой немножко подушатались, малость устали уже. Подушатались не немножко. Главное, если бы еще долго было, еще почти ничего не сняли. Но подушатались, но... Первый наш блин, но я думаю, что даже этот блинчик будет очень симпатичный. Ничего, второй год. Так. Нет. Сильный или слабый? Они тут спорят, как команды называть. Парни, девушки, мужчины, женщины. Пришли к выводу, мальчики и девочки. Так, кто из вас сильный, кто слабый? Ну, мы, конечно, мы сильные, да. А вы, мужики, кто? Слабые, да слабые. Слушайте меня, я слабый. Видите, у нас бимама оператор. Третий, потому что операторов не хватает. С одного мы еще вызвали помощники. И бимама стала оператором. Повышение у меня. Мы из блогеров операторы вызвали. Вы готовы? Да. Камера. Давай я попробую, давай я с таким фотиком долго снимала. Эта штучка, она жесткая, но с другой стороны она хорошо стабилизирует, то есть она не уходит, камера. Ага. Я хочу как раз глаза его поймать. Мне понравилось. Мы с Бимамой за кадром чуть не умерли со смеху, да. Не, ну было очень остроумно, реально. Но это все будет уже в полной мере уже в самом шоу. Да. Думаю, стоит. Мы немножко спойлерим. Вот это был хороший конкурс, да?
Ну что, рассказывайте впечатления. Мы уже вышли на улицу. Долго, сложно, насыщенно, и все молодцы. Мне понравилось, я был на спектакле. Вообще очень круто, позитивно, бомбезно, короче, нет слов. А мы в восторге. А мы устали, капец. Это просто невозможно. Очень сильно. Но довольны, да? Очень, да. Это очень приятная усталость, приятно. И вообще это опыт, слушайте, не колоссальный опыт. Ну и приключения. И приключения. Очень большие. Вы же артистами станете, в кино. А, мы теперь поняли, как это сложно. Да. Именно настоящими артистами. Фотомодель. Ну ты сегодня тоже был фотомодель. Ну, а это гораздо все сложнее. Там скривился и замер, а тут надо что-то делать. Замер, скривился, шевелился. Я больше всех устал. Сидит, слышь, клац на телефон. А мы вообще отправили Алису с Катей домой, Катя, и Катя там сама с ней сидит полдня. Причем, я не знаю, накормила, ну кашу какую-то нашла, наверное, покормила. Все нормально, ребенок справился. У каждого была своя работа сегодня. Да, Катя молодец, так выручила тоже. А Настя молодец, ты ребенка... Да Настя вообще, ты что, Настя супер умница. Все, прекращай. Вообще прелесть. В общем, мы все довольные, уставшие, сейчас уже очень поздно. 10 часов вечера, да, или уже даже пол одиннадцатого. Некоторые на Черкассы едут. Мы говорим всем, да? А мы остаемся у Кати и Насти. Так что всем пока. Оставайтесь с нами.